Итак, народ, всех приветствую на канале «Занимательное музло». Вы очень долго просили меня сделать выпуск про группу «Путь», и вот, наконец, это свершилось. Сегодня у меня в гостях Андрей и Дмитрий из группы «Путь». Это вокалист и гитарист. Привет, чуваки, спасибо огромное, что согласились прийти и обсудить со мной ваше творчество. Спасибо вам огромное. Ну что, давайте начнем? Да, здорово, пацаны. Йоу-йоу. Рэп рулит. Сразу хочу сказать про то, что у группы «Путь» скоро будет тур. Расскажите, ребят, немного про тур. Какие города будут и когда начнется? Начинаем 9 числа, предположительно, в Москве с презентацией нашего концерта, который мы записывали ранее в той же Москве самой. Козлобар. Ну, это так, ранний анонс. Возможно, что-то еще изменится. Ну, пока так. 9 число, август. В Козлобаре приедем, лично посидим, посмотрим, всем, кому интересно, могут подлететь, пообщаться, посмотреть вместе с нами, выпить пивка. И дальше двигаемся на юг, под солнышком, погреться наконец-то в туре, а не мерзнуть, как собаки в холоде. Воронеж, фестиваль Тамань, и дальше по южным городкам, в сторону Урала и самой Казани. Хорошо, и если что, я все ссылки прикреплю. Они будут в описании, то есть будет ссылка непосредственно на тур, будет ссылка на паблик вашего ВК, группы «Путь», и там будет вся информация. Ну и, конечно же, я просто не могу не спросить, ребята, а когда вы приедете в истинную колыбель мрака в Сибирь? То есть в Новосибирск, например, я бы с удовольствием посетил ваш концерт. Нам сказали, что за Екатеринбургом дороги кончаются, и мы туда на путемобиле не проедем. Я вот не знаю, стоит проверять это или нет. Ну, вроде ездят туда, может быть, и посмотреть. Ну, из разряда самолетом, как бы, но просто это не рентабельно. Так-то у нас даже дверь открыта, хоть завтра. Но как, должна быть какая-то логика, наверное, в этом присутствовать, чтобы все было четко и был какой-то, ну, хотя бы в ноль съездить, что ли. Как-то. Я думаю, что это все вполне возможно и однажды обязательно случится. Тут вопрос только, чтобы это было в рамках тура также. И просто побольше взять концертов и... Ну и окупить как пустого, бы, да. Все залпом. Ну или так. По нашей необъятной не наездишься, как говорится. Там под конец тура уже спать по 4 часа между концертами и следующим выездом становится довольно тяжело. Но это ладно, это все, скажем так, лирика. Главное, что от города к городу, от города к городу тихонечко пробираться туда. Пока доезжаем только до Казани. Ну, Питер в прошлый раз был самый дальний. В этот раз даже до него не добираемся. Исправимся, я думаю, съездим. Это в любом случае должно произойти однажды. Ну, Новосибирск, по крайней мере, это город-миллионник, 1,5 миллиона, учтенных только, и неучтенных, там еще, ну, где-то 1,2 миллиона, наверное, наберется. И я хочу сказать, что сейчас black metal движуха вообще, она набирает, у нас здесь в Сибири обороты довольно неплохие, появляются какие-то интересные команды, и Atmo Black играют, и Post Black. Ну, насчет Трушатина не знаю, но вот, по крайней мере, по постблоку появляются интересные ребята. У вас уже давно в Сибири-то, как говорится, прям колыбель. Сам Бог велел. Да. Сразу про поводу блэк-металла. Вы себя вообще как сами определяете, какому стилю? Потому что, допустим, метал-архивы вас тегуют как именно постблэк. Но я от вас слышал в интервью, что вы называете себя атмоблэком больше. Нам вообще все равно, по факту. Мы как бы... Как изначально заявлялось, играем Black со всеми его примесами. То есть, у нас же музыка-то, она не конкретно какой-то Black там, или еще что-то, пост-Black. Там где-то и атмосфера чуть-чуть, где-то и пост-Black, где-то и просто металл, где-то, блин, новый альбом, и вообще там будет чуть ли не дедкор. И все это дело, все равно, вся концепция все равно немножечко приблокована за счет лирики, потому что, как-то хотим доносить это все интересное, романтичное, смертоубийственное и так далее. Поэтому как-то себя характеризовать, нам все равно, как нас охарактеризовывать, но мы считаем, что мы все-таки играем современный black metal, я это так назову. Есть такое понятие, знаете, зефирный black metal, и я бы вас к нему не отнес.
Это совсем другая история. Black Metal — это же ведь Alcest, это туда, это еще, так скажем, более тоже, кстати, более неплохой музон, кстати, можно и в Зефир немножко уйти, а что плохого? Ну, у нас в планах-то много чего, там, альбом, вот сейчас следующий будет, типа, как полудедкорный, так, ну, я так буду описывать, грубо, понятное дело, что там... Ну, корни-то не надо уже. Ну, это я так, да. Ну, более дэтовый, да, все верно. А еще следующий альбом, он вообще будет чуть ли не шугейс, там, Black Gates, я не знаю. То есть там сейчас наметки есть уже, он очень лиричный, очень меланхоличный и до безобразия спокойный, просто там... грубо говоря, наушники по вене пустил и пошел, и все там. Ну, кстати, я заметил, знаете, вот по вашей музыке, что вы не просто наваливаете какое-то там тремоло, а что действительно есть какие-то кочевые элементы, и на концерт, на такую группу можно сходить реально не просто там в ушах гонять эту музыку, а реально прийти на концерт, и можно поколбаситься. Ну, изначально был план просто такой, чтобы делать музыку, которая будет заставлять тебя двигаться на концерт. Ну... Все время с этой мыслью сочинял музыку, и вот оно, видишь, получилось. Хотя бы башкой потрясти. Ну да, что и всегда есть моменты в каждом треке, где ты можешь в какой-то момент просто стоять с пивом, там, три трека, а потом, ебись оно, и пошел в пляс, там, я не знаю, побеситься. Ну, то есть вот, чтобы было не скучно, не просто там заснувши стоишь, ой, какой кайф. Ну, как вот группа Моно, например, опишу прям совсем из космоса, да, японская. Но вот у них на концерте был лично, ну, и я просто отстоял. Круто, здорово, но вот, не поймал каких-то ощущений прям мега крутых, хотя музыка у них очень кайфовая. А это музыка конкретно для наушников, для уединения, то есть ее надо слушать одному, чтобы тебя никто не трогал, в идеале в лесу, на озере, где угодно, да, и ты один на один с этой музыкой и с какой-то визуализацией спокойности, да. А на концерте, когда много людей, и ты все равно не можешь погрузиться в себя, то есть, ну, в социальное общество, как ни крути, как, какой бы ни был концерт, кто-нибудь день толкнет, кто-нибудь день зацепит, кто-нибудь день что-нибудь спросит, но тебе не дадут погрузиться в себя и кайфануть. Вот. Да и в целом на концерты ходят не для того, чтобы в себя погружаться, наверное, а наоборот, выплеснуть из себя вот это вот все, и плюс еще музыканты, которые тоже это делают, и причем приумножается у тебя все это, выходит, и ты дальше живешь. И, кстати, вот сразу хотел спросить, а есть ли какие-то группы, которые прям супер повлияли? Ну, наверное, из Black Metal мне в первую очередь интересует, потому что нас наверняка будут смотреть в основном Black Metalisты. Сразу отмечу, что если послушать, конечно же, Аббат, ну не Аббат именно современный, да, а старые все альбомы. Immortal. Ну, Immortal, да, конечно. Immortal, то есть дальше нотки свежего, это Alcest обязательно, то есть, да, там над гробом ветхим, ну, можно найти параллель, да, откуда такой куплетный, припевный вот этот, вот эта концовка красивая, да, это вот как раз ориентиры на Alcest были. Ну, то есть, так скажем, я скажу, что вся музыка — это симбиот старого направления музыки, да, козлящего, так назовем это, и современного. То есть это уже Alcest, и туда дальше все эти команды, которые свежие, там тот же самый этот азербайджанец, Black Gaze, Violet Call, да, ну их же много там, и морфинист, и я могу их перечислять, я просто на них очень всех плотно сидел, и для меня это современный Black Metal, то есть я его не описываю там никак, ни пост, там, ни еще что-то, все это современный Black Metal, каждый его просто видит по-своему, даже Severme, и тот тоже играет, как я считаю, современный Black Metal, но... никак там не какой-то трушный, потому что он тоже изгаляется, у него там очень хорошо, ну, некоторые альбомы, некоторые, ну, проходные, ну, как бы вот. Те же самые Эленде, вот, то есть я считаю, у них очень крутое музло, и тоже отчасти как бы там. Ну, в общем, много чего там перечислять, там много команд будет в башке, вот, а это у нас уже свое симбиот, такого как бы, как губка впитал, через себя пропустил и выдал. То есть так, как вижу, это я. Я понял, но знаете, меня просто, наверное, проклянут, если я не спрошу. Виндир хоть как-то оказал на вас влияние? Их ни разу до того, как мне все с каждого угла начали говорить про Виндир. Я наверное, даже скажу, что я и до сих пор не послушал. Я, может, конечно, мудак, но сейчас просто жизнь такая, не успеваю заниматься плотно музыкой. Я скажу только одно, что
когда песни смерти сочинились, уже где-то больше, чем наполовину треков уже были сделаны, уже репетировались, и оставалось там, может, 2-3 трека еще досочинить. И когда я услышал Гриму, соответственно, да, они уже выпустили тогда альбом, они выпустили его по зиме, не ошибаюсь, январь, там, ну что-то такое. А мы выпустились уже в декабре, то есть, по-моему, в этом же году, нет? Через год, либо в этом году. Ну вот, и я просто когда услышал, я просто к чему говорю, что я уже четко понял, что да, я делаю правильное музло, то есть у меня были опасения, что, блин, а получится, а выгорит, потому что, ну так вроде на репетициях все, да, но, блин, а тут я их послушал, и все, ну, блин, у нас все отлично. История про аккордеон, я знаю, что это была совершенно случайность, то есть на репетиции вы увидели, что пришла группа с аккордеоном репетировать, и, в общем, потихонечку подключили парня. Ну, это не столько случайность, опять же, раскрою тему, раз почему-то всем кажется случайность. Изначально был план привнести отечественный инструмент, неважно какой, там изначально вообще, как и Cold World, да, у них пианино. То есть изначально было в голове пианино, да, а потом я сидел и думал, ну как же я русский человек и не могу привнести своих красок, колорита отечественного производителя. И так совпало, что да, Артем нарисовался и с аккордеоном, и меня все прострелило, и я понял, что этот инструмент мне нужен. При том, что я даже не слышал его, а потом уже сочинял, потом мы пробовали, потом Гриму я услышал на баяне, соответственно, и понял, что да, это все будет звучать, это все будет круто. А так изначально, ну, делалось пианино. Cold War, ну, в пример поставлю, просто у них там много этого дела. Слушайте, ну я так понимаю, ребят, что именно вы являетесь как бы мозгом всей операции группы «Путь». То есть вы сочиняете основную музыку, я так понял. Сочиняем, да, но я бы не стал говорить, что мы как-то сильно выделяемся в этом вопросе. Димас в основном занимается музыкой в первую очередь. Я пишу тексты в первую очередь. Барабанщик пишет, барабаны. Кто на что учился, тот там тому пригодился. Не то чтобы прямо у нас какая-то сильная разница в количестве возможных сил. У нас типа равноправие из разряда такого. Да. Просто, ну, как получается, у каждого есть свой определенный талант. И мы эти таланты просто подогреваем и поддерживаем. То есть, например, если я начну писать текста, когда у нас есть Андрюха, и навяливать ему, типа, да у тебя там ерунда, смотри, какие у меня крутые. Ну, это будет бред, потому что, наверное, может быть, я не сильно начитанный, и т.д. и т.п. А в плане музыки, ну, у нас вот с гитаристом тоже, что он тоже пишет какую-то музыку. Но просто я вижу это по-другому, я ее доокучиваю, там как-то помогаю ее сделать, то есть вот в новом альбоме второй трек практически весь это нашего гитариста Марка, но с моими доработками, как бы с моими там вставками аккордеона и т.д. и т.п. Ну то есть вот так вот, такой симбиоз, поэтому трек будет отличаться, ну то есть он сразу же бросится всем в глаза. Наша задача просто взять лучшее от нас, от всех, и это все дело собрать в кучу, и тогда получается хорошо. Я считаю, что только так можно добиться чего-то толкового. Если у вас 6 человек в группе, да. А так, если one man band какой-нибудь или двое, то, конечно, не, ну, понятно, возможно, да, было бы даже проще, на самом деле, если бы очень мало было народу. Но это не наш случай. У нас всегда концертирующий состав, и мы с самого начала все вместе, и никуда расползаться не собираемся, поэтому работаем с тем, что есть, и все мечтаем. Не, ну, понятно, дается основа. Вот я написал основу, например, басисту, последнюю уже там, уже давно, я ему говорю самому делать партии, он сам делает, и в новом альбоме прям четко услышите, что это, ну, проблема не в том, что мне тяжело написать это или еще что-то, я как считаю, что группа должна быть заинтересована вся, всецело в том, что мы производим. То есть если Марк заморачивается за сведения, там, перепроверяет, слушает там что-то, да, я в это не лезу, например. Ну, то есть я послушаю, как и вся группа, да, например, нам все нравится, но он больше времени на это уделяет, там, если в процентном соотношении, там, 90-10%. То есть сочинение музыки, я там, например, 90-10 относительно его, и потом просто даю ЦУ, например, вот здесь надо сделать арпеджио, здесь еще что-то надо, здесь перекат, здесь переход, то есть то, что технически мне долго надо сочинять, и я не хочу на это тратить время, я говорю, сделай, пожалуйста, ну, типа, вот тут вот так. И вот он как чувствует, он это делает, и вот так у нас получился полусмуртовый парень, да, вот эта концовка, вот это плавающая, да. То
То есть я ему просто сказал, я говорю, здесь надо вот это сделать, здесь не надо ничего придумать, вот сделай вот это все. Он просто сел, математику эту собрал, нотную, и, ну и все. Как бы получилось красиво, хорошо и забавно. Мы подходим к первому альбому «Петь смерти». Я хочу сказать, что, на мой взгляд, альбом выстрелил. То есть, когда он вышел у вас, наверное, я на протяжении полутора года постоянно встречал его в ленте, его постоянно репостили, постоянно кто-то там про него говорил, постоянно там обсуждения какие-то были. И я хочу у вас спросить, вы вообще подозревали, что такое случится? Что он так зафорсится? Да, надеялись-то уж точно, что больше всего удивило... На Ютубе только циферка просмотров, но в целом по русскому комьюнити, ну, я, например, ожидал более-менее, если не настолько, то хотя бы где-то около того. То, что оно на Запад так уйдет, вот это для меня было новостью, конечно. Ну, сказать просто, все мы уже давно не мальчики, да, там нам, ну, там есть, конечно, нашим басистам, там, барабанщику там, по 20 с чем-то, мне уже давно за 30, поэтому... Хотелось уже что-то выпустить стоящее. В первую очередь была цель, наверное, такая у меня, что паблик наш «Атмосферик Black Metal» есть, соответственно. Я как-то выпустил свою EP-ку, когда сольно писал, и они ее даже не зарепостили. И я так понял, что типа, ну, не хватает, скажем, количества людей. То есть я один сделал, ну, как бы посредственно, хотя музыка очень хорошая. Если послушать «Под крылом смерти» альбом, он тоже многим нравится, и его даже на Bandcamp покупают. При том, что я много чего сейчас там переделал, но как есть, так и есть. Вот. И была задача, конечно, вклиниться туда, в эту тусовку атмосферную, показать, что есть, и мы можем. Но потом, когда мы уже выпустили, мы такие, ну-ка, что, можно и винил уже, ну и винил, и т.д. и т.п. И сейчас теперь нам остался олимпийский, какие-нибудь еще там концертики хорошие, фестивальные, по большому счету. То есть у нас какая-то планка, то есть и мы к ней идем. Вот. Тур откатали первый, сейчас второй откатаем. Мы, как и обычные ребята, которые верили, мечтали в это, и вот оно им, ну вот оно выгорело, и слава богу, значит, не зря старались. Теперь пытаемся наслаждаться этим, несмотря на то, что очень много работаем в социальной жизни, и тяжело сейчас очень с музыкой, но тем не менее мы тут никуда не уходим. Правда, редко балуем своих слушателей, но, к сожалению, мы не конвейер, мы не Sadness. Мы не сидим дома или там в студии запершись, пропердев всю студию, так грубо говоря скажу, и сидеть там 24/7 и себя выжимать что-то. Нет. Спокойно, пусть даже может быть медленно, но зато это будет хорошо. Я считаю, что новый наша EP-ха, это сплит с Игнис, соответственно. То есть у нас по 3 трека будет, чуть-чуть раскроюсь. 3 наших, 3 их трека. И я считаю, что наши боевички, как они получились на мой вкус, к лету очень даже зайдут. Народ должен оценить. В общем, лучше так, чем конвейер. А как вы вообще считаете, почему «Песнь смерти» стала такой успешной пластинкой? Как так получилось? Почему ее полюбили люди? Почему ее стали репостить, обсуждать ее, разговаривать о ней? Ну, аккордеон. Ну, много кто с аккордеоном. Да, конечно. Аккордеон сыграл практически все. То есть что? Задача была первоначальная – показать широту русской души. А как ее показать, ну, не играя фольк? Вот мы и показали, что инструмент, аккордеон, показали его во всей красе. Ну, как я считаю, мелодичный, холодный, в меру депрессивный, плюс подграмотные рифы, опять же, простые. Ну и лирика, конечно, которые восхищаются очень многие люди, которые, ну, когда послушали мелодию, понятно, да, они начинают читать, и когда читают, они еще больше заражаются этим, что типа, да тут еще и текста нормальные, ёптю мать. И я думаю, что это такой симбиоз сработал вначале на слух, потом визуальный, а потом уже умственный, когда ты это все совместил, и тебе, у тебя гастрономический оргазм только не желудка, а мозгов. Ну и на Запад то же самое. Видимо, треки звучат достаточно за счет аккордеона по-русски. В таком виде, в котором западный человек себе Россию представляет. Потому что мы, когда говорим, например,
какую-нибудь условную Индию, да? Что у нас в голове там сидит с точечкой на углу, там, дын-дын-дын-дын, эту штуку какую-нибудь играет болливудскую, там, кобру около него, дудка. По факту там нифига не так все. Но представляем мы это. И они также представляют у нас с гармонию этих мрачных людей там на фоне деревянных строений и покосившихся. Ну да, плюс обложка большую роль сыграла, да, потому что когда мы альбом сочинили, мы же его сами в первую очередь слушали, да, оценивали, прикидывали. И у нас почему-то не было представления, что там где-то Сибирь, что где-то холодно за окном. Ну просто слушаешь и все. А картинку, которую мы уже, да, приклеили, соответственно, Сильвана нам нарисовала, то она уже стала прям весомым. Визуализация стала работать, и люди стали представлять себе все. Ну, так пела «Метель», соответственно, первый трек. Ну и как-то дальше уже без разницы, какие названия, у людей уже все. Вьюга, «Метель», что-то происходит. И это же даже люди начали. Первые комментарии мне в YouTube предложил в предложку послушать альбом, я включил, никогда не слушал black metal, потом, значит, первый трек закончился, начался второй, у меня стало минус 30 за окном, почему-то вьюга началась, ну, такие истории, типа, из разряда, что музыка подогревает их к северу, и им кажется, что вот за окном холодно и, блин, грустно, и прям вот эта Россия, она прям вот, прям здесь, холодная и мрачная. «Юдоль скорби». Как вы считаете, альбом смог повторить успех «Песни смерти»? Мне он нравится чисто технически, как выполнен, гораздо больше. Я его чаще слушаю, и, ну, вообще, в принципе, не очень часто слушаю наши, но если попадается там по плейлисте что-то из нашего, в основном это будет из «Юдоли», потому что он мне как-то ближе, больше сил как будто туда вложено. Ну, не знаю насчет... смогли мы повторить или нет, по цифрам можно посмотреть. Но это не так, на самом деле. Цифры цифрами, а буквы буквами, как говорится. На душу-то по-разному ложится. Да по факту, как бы даже сказать, не было никак. Это продолжение «Песен смерти». «Юдоль скорби» — это завершающая точка «Песен смерти». Того, что вот, как мы видели, «Песни смерти», то есть мы их дорасширили, и закончили эту тему. То есть дальше будет дальше. То есть сейчас вот новая EP, она хоть и похожа, но она еще будет, как сказать, звучать будет посерьезнее, чем «Юдоль скорби», более боевито. А тем самым, как бы получается, мы начали с такого пост-металла сладенького, да, тяжеленько сладенького, потом «Юдоль скорби» пошла, там прям вообще уже все колоритно пошло. Из разряда, что есть, и как такие треки, как и «Полосмуртова пажить», и «Семигласия смерти», и прям такие прям вообще не очень, ну, хитовые, так скажем. И дальше уже вот больше. То есть, как бы задача была просто, как сказать, написали «Песни смерти», это, ну, я когда написал, и меня дальше окно еще, вот это вот окно, знаешь, какое творческое, оно не закрылось. И я пишу, и я понимаю, что вот я теперь могу писать, ну, чуть-чуть интересней, понимая, как это сделать, а так как уже альбом сочинили, мы его утвердили, а куда-то надо было это выплескивать, я это выплескивал. И вот оно во что и вылилось, то есть, по большому счету. То есть это продолжение, и как-то и даже нет смысла расценивать это как два разных. Вот разное будет это, когда мы выпустим следующий конкретно полноформатный альбом. Вот тогда и надо будет смотреть, какой круче выстрелит там и будет ли там чего, кого и сравнить. Это все пока, это все одно и то же. Ну, я так скажу, мягко. То есть это все одно и то же, все под одним, грубо говоря, шаблоном, который писался, только модернизировался, улучшался и как-то под разным настроением. Ну, в общем, вот так. Я делаю ровно то, что считаю нужным сам.
То есть, если я буду метаться и подбираться к людям, то есть залазить им в голову и считать, что нужно, что не нужно, ну, это будет херня, это попса. То есть ты будешь делать ровно то, что выстреливает. Там Уиленд услышал трек популярный, народ там отписался, налайкался на этот трек, и ты дома пришел и сочиняешь примерно то же самое, пытаешься там, да, обыграть по-своему, выкладываешь, а это уже никому не надо, потому что это уже все. Вот, они выложили его, они его продали, люди это съели, и больше людям этого не надо, потому что если им это надо, они включат этот трек. Поэтому тут вообще всем музыкантам на будущее, ты либо делаешь то, что ты делаешь, либо тогда зарабатывай деньги и делай то, что хотят люди. Но это уже коммерция, это совсем другое дело. Как вы вообще считаете, есть ли вообще будущее у отечественной блэк-метал-сцены? Ну, вот мы говорили про Игниса, может быть, еще какие-то коллективы, и вообще, в принципе, перспективы есть какие-то? Сейчас как раз-таки блэк-метал с каждым годом только прирастает. Вылазят из лесов ребята, которые никогда раньше не играли, те же Гуш, с которыми мы недавно вместе сцену делили, никогда же до этого, в принципе, нигде не выступали на крупнике. Они выбираются, играют на большую аудиторию, все больше и больше. А как ты правильно до этого сказал, аппетит во время еды приходит. Эти команды будут уже двигаться по этому направлению. Elder Wine тоже, если правильно произнес, тоже ведь нигде не играли до этого особо. И вот, пожалуйста, туры турятся, концерты играются, новые коллективы. Альхавы там, хоть недавно новый альбом вышел. Это, конечно, все одни и те же ребята делают, там из Турна, по-моему. Но факт фактом, все больше групп, все больше интересных и хороших альбомов. Их с каждым годом становится и на качественном уровне больше. Соответственно, чисто даже по динамике можно понять, что, скорее всего, тут все прирастает и ширится, нежели дохнет. Наверное, так. Да и смысл-то как бы пытаться что-то там обсуждать в этом плане, оно... Было, есть и будет. Всегда будет какой-то человек, всегда найдется, который будет тащить музло, и ему будет неважно. То есть будет фанат своего дела. И пытаться как-то хранить это или закрывать на это глаза, или считать, что это умирает, да ничего никогда не умирает. Просто проблема в том, что если люди перестают в этом нуждаться, то в этом пропадает интерес. И людям кажется, что это умирает. Ну, типа из разряда знакомого встретишь, там, о, я 5 лет там на тусовке раньше ходил, вот времена раньше были, я говорю, сейчас что не ходишь? Говорит, так а сейчас ничего и нет. Я говорю, так потому что тебе, блядь, нахуй не надо. Ну, вот, мягко говоря. И поэтому это пропадает. И люди, когда встречаются, вот такие, вот мы с тобой, помнишь, там 5 лет назад раньше тусили. Они этим не занимаются уже, они уже давно один там, инженер, другой строитель, грубо говоря. И все, у них узкий круг на этом закончился. И они, когда встречают других друзей, других, а одних других заражают, и в итоге получается, что никто ничего не знает. А все точно так же живет. Просто, как сказать, подстраивается под новые реалии. То есть, если с коронавирусом запрещали концерты, люди как выпендривались, онлайн заряжали концерты, да, всегда что-то происходит, но если ты не тянешься к этому и тебе это не надо, ну, значит, для тебя уже все давно все умерло. То есть, и никогда не было даже русской сцены Атма Блэкова или Блэкова, неважно. То есть, если ты такой человек, то для тебя всегда все мертво. Как-то так. Я понял, слушайте, ну тогда знаете, я сейчас тогда в нашу беседу такую перчинку подкину, как раз про группу Игнис. Вот в той беседе, коллаборация, которая была, блэкеров, которую я смотрел,
как раз зашел разговор по поводу вот современного блэка, и Игнис топил за тру и говорил, что нельзя вот все подряд называть блэком, типа что где там тремоло навалили, там вокалом покаркали, типа что это что по-вашему блэк? Нет, типа блэк подразумевает что-то гораздо большее, то есть блэк это не про музыку. И получается, что вот все вот эти новые ребята, которые даже раньше не играли блэк, они сейчас приходят с блэком, получается, типа, что нельзя играть блэк? Супер просто все и супер понятно здесь. Я не знаю, вот эти теги, они всех замучили, по-моему. Есть блэк в общем жанре, есть true блэк. Если мы говорим про true блэк метал, про старый козлячий блэк метал, ну, у него свои какие-то черты, присущие ему. Если мы говорим про атмосферу блэк метал, у него свои. Пост и так далее, и так далее, и так далее. Поджанры одного большого жанра. Естественно, в чистом виде блэком определенные шугейзовые композиции того же Алцеста, который Дима сегодня говорил, называть нельзя. Но какой это блэк, там даже никакого скрима нет. Там просто нежная, приятная акустическая гитара и чистый вокал. Но мы-то ведь понимаем, кто это играет. Что это за человек играет, что это за группа, и какие у них были концерты, и какие у них есть альбомы. Поэтому это просто развитие человека. Ты начинаешь от одного жанра, заканчиваешь другим жанром, продолжаешь, заканчиваешь третьим. И, ну, true, не true, здесь просто каждый сам для себя определяет, что ему нравится, мне кажется, на такие же вопросы предпочтений. А делить, ну, что ты блэк, ты не блэк, это такая у нас прям любимая тема. Да вот самое главное, просто надо для себя понимать, что есть современный блэк метал, есть старый true black metal, и все. И если отцы-основатели true black metal, которые играют с 90-х годов, там, да, низкий поклон им, они все молодцы. Но если вы видите в этом только black metal, я имею в виду, да, только true black metal, где все должны быть в лесах, жечь церкви и молиться сатане, ну уж извините, то есть я не собираюсь этим заниматься, мне это неинтересно, то есть я на это насмотрелся. И, ну, мне лично это неинтересно. Мне нравится темная сторона моей души, да, то есть о чем мы, собственно, и поем, о смерти, еще о чем-то. Но мы же не можем это назвать не black metal. Если это кто-то умный человек с консерваторским образованием сядет, разберет по полкам и создаст этот жанр, да, и назовет его как-то там, ну, я не хочу ничего придумывать, но как-то его назовет, то мы с удовольствием пересядем на него. Давно бы уже это сделать, да. Просто на данный момент я считаю, что надо разделять современный black metal и true black metal. И все. И дальше, если ты true black metal, хорошо, тебе влево. Если ты современный black metalist, тебе направо. Все, не надо совмещать. Это вообще, ну, понятное дело. И true black metalisты частенько хаят, например, что это не блэк, это хуета. Но тем не менее, большинство true блэкарей переходят на нашу грань, потому что им иногда хочется послушать чего-то другого. То есть они хотят слушать этот жанр, но немножечко в другом варианте. И мы им этот вариант даем. Потому что есть же ведь люди, которые слушают как true блэк, так и атмосферный блэк метал, и да любой вообще блэк, они его просто в целом весь любят, потому что он весь в целом их удовлетворяет. А там уже дело настроения. Хочется тебе войны и крови, включай true black metal. Хочется тебе погоревать, что тебя баба бросила, включай depressive black metal. Хочется тебе эйфорического состояния, ты на озере лежишь и просто хочешь отдохнуть, отключил телефон. Атмосферный блэк. Татьяна была. Да, да, в конце концов. То есть все, все очень просто. И если пытаться, ну, выпендриваться за андеграунд, за не андеграунд, да ёб твою мать, ну, это уже надоело. Ну, действительно, мы сколько с людьми не общаемся, этой лбы пробить невозможно. Да. Это проще обойти, мы так и делаем. Все, мы даже не спорим, это бесполезно, просто бесполезно. Что-то кому-то доказывать, проще смириться. То есть в доступном блэк-метале нет ничего плохого. То есть в доступном для широкой аудитории блэк-метале нет ничего плохого. То есть он не обязательно должен быть мизантропическим, правильно ведь? Доступный для широкой аудитории блэк-метал всю жизнь был на пике. Те же, мы уже, по-моему, об этом говорили, в свое время, когда еще не было симфонического металла, появились какие-нибудь Cradle of Filth, появились Дим Борджер, эти все, они возглавили чарты своих стран. Они стали самыми популярными в мире. На них сейчас равняются люди и говорят, ну, не, может, не про Крадлов, но про Баргиров, наверное, точно, что они там нормальные, трушные блэкари, хорошие, молдовые.
А если бы мы спросили вот тех пацанов, которые вместе с ними начинали, они тоже на них пальцами тыкали, сказали, да что это за говно какое-то, какие-то бутику играете, непонятно. Ну вот у Кредлов тоже клип на MTV «Амфетамин». Все его прекрасно помнят, когда он вышел. И я не знаю, мне кажется, равнодушного не осталось ни Гота там, ни еще какого-то человека, да, просто даже металлиста-любителя. Всем понравилось, но это же Black, это же, ну как же, это же андеграунд. Но тем не менее, группа популярная, зарабатывает деньги по сей день. Им ничего не мешает. Ну, как бы вот просто это момент того, что андеграундники пытаются как бы превысить уровень андеграунда как-то. Я, ну, то есть момент в чем? Популяризация — это много людей и много, допустим, бестолковых, допустим, да, приведем. А им кажется, что вот этот андеграунд, он должен повышаться, тоже так же популяризироваться, но только вот определенным каким-то... Вот... Ну, элитаризм это называется. Ну, да, вот что-то такое. Да. Ну, так же невозможно. Типа... Там, где слава, там, там везде куча непонятного количества людей. И не все будут согласны, не все... Ну, в общем, как-то тут эта полемика часов на 100, на самом деле. Очень интересный, интересный, кстати, момент. Как будто хотят ввести некий дресс-код для слушателей. Во, ну вот что-то такое. Как? Это же невозможно. Ты же не можешь сказать, вот ты проходишь у меня проверку, скажем так, ты будешь меня слушать, а ты не будешь. Ты нормальный трушной чувак, а ты какая-то девка из клуба там дискотечная. Вот. А дискотечная девка у тебя винил купила. Ну в смысле? Ну, а вот тот чувак, который у тебя дресс-код прошел, он тебе вообще ничего не купил, он тебя просто... Да, он слушает тебя. Слушает, и ты не знаешь, на какой хрень ходит, да. Ну, на самом деле, я постоянно с этим сталкиваюсь, и, как бы, наверное, самый популярный коммент у меня на канале – это «Как ты вообще можешь рассуждать про блэк-метал, ты ничего не понимаешь в этом». Ну, все. Ну, это да, это к нам, короче, мы такие. Да, да. Мы ничего не шарим. Про нас рассуждают, да. Ребят, ну что, давайте перейдем к гастролям. Есть такое мнение, что современные команды, современные молодые группы не готовы к гастрольным турам, не готовы к этой гастрольной жизни, к этим тяготам. Есть такое мнение, причем как у западных исполнителей, мастодонтов, так сказать, так и непосредственно у отечественных крупных музыкантов. Как вы считаете? Да бред какой-то. В смысле не готовы? Как не готовы? То есть ты всю жизнь учился играть на гитаре, потом тебя выстрелило, и потом тебе говорят, надо ехать в тур, и ты такой, я не готов. Это в смысле? О чем мы разговариваем? Не готов — это если у меня нет денег ехать. Не готов — это если мне не на чем ехать в тур. Мне предлагают, говорят, что ищи автобус и поедешь в тур, а мне не найти, я социально бедный человек. Не готов — это если у меня ногу оторвало перед отъездом, блядь, или руку. Не готов, согласен. Но в остальных случаях я вообще не понимаю, о чем, как это не готов. Музыкант готов ко всему. Это как человек в армии. То есть если человек играет музыку на адекватный, давайте даже так добавлю, если ты адекватный музыкант и ты репетируешь 3 раза в неделю, если ты прям адекватный, да, музыкант, там по 3 часа в день, ой, по, ну да, 3 часа в день, 3 раза в неделю, то как ты можешь быть не готов? Я вообще не понимаю, о чем мы разговариваем. Этот человек, ты его разбуди ночью, он скажет, конечно, все, вот мои хиты, я готов. Он у него уже даже, он, гитара недалеко от него лежит. Некоторым это просто, может быть, не нужно с точки зрения того, что сейчас цифровая дистрибьюция очень развита, и нет вообще никакой необходимости куда-то ехать, что-то кому-то показывать, рассказывать, особенно если это маленькие группы. One-man-бенды. Я так, мы много раз разговаривали с нашими коллегами, я так слышал, что вообще собрать концептирующий состав — это не такая простая задача, если вы изначально так не собираетесь. Если у вас изначально его не было, и добирать людей потом довольно трудно. Но если у вас полноценный состав, и цель была именно в этом, играть концерты, вы сыграете хоть в 4 утра, хоть в 3, по будильнику под ними сыграешь, спокойно, все равно. Я думаю, основная проблема как бы вот этого тезиса заключалась в том, что люди изначально не собирают составы какие-то, которые способны гастролировать. То есть сейчас же мы как ни посмотрим, люди, которые выстреливают, в основном эти команды, им за 30. И это уже там семья, дети, ипотеки, там, я не знаю, работы и прочие какие-то проблемы. Лёх, ну я даже сразу перебью, понимаешь, это дело мотивации. Если я... В музыке уже 15 лет, это не так много, но тем не менее. И я столько времени потратил на то, чтобы добиться того, что есть. И сейчас мне типа палки в колеса вставит моя социальная жизнь. Она и так-то вставляет сейчас, поэтому не так все часто и выпускаем. Мы все вместе, да? Нас все-таки 6 человек, и представляешь, нам скооперироваться
в тур ехать. Это всем надо подбить отпуска, всем надо там, кому в армию, кому еще куда-то, и это все надо разрулить, и чтобы это все сложилось, и поехать. Это титанический труд. И это подвластно только людям, которые хотят этого. А если ты изначально пришел в команду попить пиво, и тут так получилось, что тебе надо разогревать мастодон, но тебе молодая невестка говорит, я у тебя отсосу завтра, а у тебя завтра концерт мастодон, и ты такой, да ну лучше пусть мне баба отсосет, чем я поеду на концерт. Ну, блядь, тогда нахуя ты вообще, блядь, нужен такой? Ну, вот я как бы вот так к этому отношусь. Поэтому в любом случае при любых раскладах как бы сложно не было. Если тебе, как вот нам дает агентство, да, возможность, букинг-агентство, да, как оно правильно? Медстрим, да, вот мы им предложили, что мы бы хотели, можете нам помочь? Они нам помогли, они нам организовали. Ну и как мы не поедем, как мы не готовы? Вот мы будем сейчас готовиться, вот у нас месяц, мы сейчас плотно сядем и будем готовиться, забьем на все, ну, грубо говоря, и поедем. Автобус починим, да починим, и все, и поедем. В любом случае поедем. Как мы не поедем? Слушайте, но тяготы гастрольной жизни, они же тоже присутствуют. То есть не все же просто так дается, на самом деле. Я знаю, что у вас автобус, например, ломался, вы там на холоде колесо меняли. Это еще более лютая жесть происходила недавно. Все сложно. Все... Ну вот мы из разряда ржали, когда вот ребята из Игнес, ну не в обиду, конечно. Ой, не из Игнес, господи, эти, Элдервин, и они в самолете отдыхаем между концертами. В самолете, да? То есть отдыхают они. Восстанавливаемся, да. А мы едем в автобусе, которые, блядь, колеса пробиваются, зима, мы куда-то заблудились, блядь, леса вокруг, боишься, как бы мотор не остановился, а автобус холодный, дизель, не утеплили заранее, ничего не проверили. Это, блядь, такие приключения, что, ну, и когда ты приехал, и ты понимаешь, что тебе просто так повезло, что ты выжил. Ты не просто отыграл концерт и съездил, ты еще вернулся на этой машине, и потом начинает мозг доходить до того, что ты просто, тебе настолько повезло, что это невыносимо. Когда в кювет мы залетели, ехали, думаю, дай-ка надо посмотреть, что-то там обратно выливает топливное, и думаю, надо, ну, проверить ее. И вот этот вот, знаешь, настелена, дорога вроде идеальная, и все так идет, и ты так думаешь, ну вот сейчас, вот стоп, людям-то не мешать проезжать тебя, и все, и вот, и все, и уехал, ёпта мать, и все, и привет. И никого рядом, ничего нет, слава богу, сразу же за нами поехал там КРАЗ огромный, или КАМАЗ, да, он просто такой, типа, да давайте я вас дерну, секунда, то есть мы это пережили за 5 минут, но по факту, если бы его не было, это было бы полный трошандец. И так во всем. То есть весь тур — это не то, что борьба с собой, там как бы не заснуть за рулем и так далее. Это еще и вот эти вот приключения, которые, понимаешь, позволяют тебе набираться эмоций и желаний. Потому что все, что мы это пережили, весь этот холод, весь этот ад, никто ни о чем не жалеет. Абсолютно. И я могу тебе сказать то, как ты можешь, как многие говорят, что типа, о, в тур надо, там самолетом лететь, там это, там то, устану. Блин, чувак, да им рассказывать особо нечего. А у нас истории, мы пока до города доехали, у нас уже истории 500. А как там на заправках, какая еда? А какие там еще эти, как сказать, хостелы непонятные, понимаешь, там бичевые, и ты просто там, ну, вообще трэш. Моешься просто там, везде все засрано, а мыться-то надо, вы что, грязные. Ну, это не передать. Это не всегда такое, да, есть. Вообще, в целом, на самом деле, с бытовой точки зрения, я был приятно удивлен тем, что действительно плохие места, вот откровенно плохие места, встречаются очень редко. Ну, ну, в основном, да, даже где-нибудь в самой глуши, на трассе, где ты не ждешь ничего хорошего, и вкусно кормят, и довольно все уютно, и приятно, и вся эта бытовая ерунда, в общем-то, очень легка. Ну, подытожим даже так, что на автобусе ты видишь мир не плоским. Не просто город, да, ты приехал в городе, погулял такой весь, как девочки любят, да, например, а ты увидел вообще все, как до него доехать, какая там дорога, насколько мэр следит за своими дорогами, как относятся, какие люди на заправках тебе попадаются, да и вообще в целом, какая ситуация на дорогах, кто тебе готов помогать, то есть ты видишь страну ровно такой, какая она есть, а не вот этот, знаешь, аэропорты красивые, перелеты, прилетел, тебя встретили, о, группа там, путь, здравствуйте, мы вас встречаем, вот вам хлеб, соль тут же, проезжайте в клуб приехал,
Ну, в общем, вот так. Он приехал и перепутал название города, потому что все слилось. А тут ты просто приехал, ворвался, глаза бешеные, дайте пожрать, пожалуйста, а потом мы будем играть. То есть, это не передать эмоциями, это просто круто. Особенно когда это все прошло, и ты это вспоминаешь об этом, и это подогревает очень сильно. Если ты не готов пройти, сожрать там 7 пудов соли и там, на костре жариться, грубо говоря, да, то тебе нечего делать. Тут только выживает реально сильнейшее. Либо у тебя дохрена бабла, и ты стерилизованный, знаешь, как я это называю, ты же... Все могут учиться в музыкалках, да, и купить себе дорогую гитару, когда папа может позволить, поливать арпеджио, просто соляги там выпиливать, но души в этой музыке нет. Ну и ты можешь просто заниматься коммерцией, зарабатывать деньги только потому, что у тебя есть деньги. А когда ты бомж с улицы, грубо говоря, там, не имея даже своей квартиры, сочиняешь альбомы, и эти альбомы едят в Европе и пишут тебе там, приезжайте к нам в Африку, бляха, приезжайте к нам в Калифорнию, да хоть куда приезжайте, лишь бы только приезжайте в Европу. Ну, я считаю, это дорогого стоит, это огромный труд, и огромный труд это все попробовать везде побывать, где тебя ждут. Это тоже огромный труд. Но пока нам не удается с Европой, потому что в силу своих каких-то моментов и плюс того, что в стране. Но вот Гримы молодцы ребята, да, вот они сейчас в туре, они огромную работу провели, и у них все получилось, они там, и ну, мы за них рады, как бы, потому что это тоже отчасти и наша мечта в будущем. Но мы не настолько стремимся к ней в связи с тем, что все-таки социальная жизнь у нас есть. Мы не молодые ребята, нам не по 20 лет, да, и в общем, вот, не так все у всех сахарно. Если бы все жили бы в достатке, в хорошем, то я думаю, что мы бы уже давно дальше были бы, и альбомов было бы намного больше. Но в связи с тем, что нам надо работать и кормить свои семьи, и вообще думать о том, что в стране, бляха, цены подорожали. И, в общем, это полемика долгая, но так как есть, и слава богу, поэтому. На чьих плечах вообще лежит подготовка к гастролям? По крайней мере, в вашей группе. На всех. Все, а как у нас здесь начинаем. Все на всех обязательно. Если кто-то, какой-то элемент начинает выходить из строя, то все его начинают долбить, чтобы этот элемент входил в строй. Потому что, ну никак. А как мы поедем на гастроли, и кто-то из нас не будет, например, репетировать? Как я буду, например, я буду уверен в том, что мы сыграем хорошо. А если мы не сыграем хорошо, нахер мы вообще туда поедем? Мы и так-то косячим, да, чего греха таить, то есть профессиональный музыкант всегда в наших концертах найдет лажу. Но на общем фоне мы всегда выступаем хорошо, громко и относительно качественно, да. Ну, потому что все-таки человеческий фактор, я, наверное, еще так скажу, всегда это некая боязнь сцены, даже не столько боязнь сцены, а как-то вот этот адреналин, когда ты выходишь, и тебе хочется вжарить, и сердце начинает стучать в 100 тысяч раз быстрее, руки начинают играть быстрее, мозг не слышит, и ты просто поливаешь, там потом начинаешь успокаиваться, и там уже к третьему треку ты уже все вроде как, раз. Ну и бывают еще всякие нюансы, понятно, технически то звук, блядь, пропадет, тут еще какая-нибудь херня отвлекающая, да, но это дело просто опыта. Мы обычно как в туре, когда ехали, первые три города там что-то мандражили, а потом настолько стало вот, и мы играли вообще в кайф, и да похер, там что-то звук где-то пропадет, а все равно играешь там, потом на записи видишь, что ты полтрека не играл, оказывается, да и вообще насрать. Народ нравится. Да, народ, главное, дает энергетику, ты эту энергетику подхватываешь и держишь ее, чтобы люди прям... И всегда люди, я считаю, что после наших концертов уходят, ну, довольные. Это главная наша задача, как бы, да, и мы стараемся ее всегда доводить до ума, чтобы люди максимально уходили довольные и счастливые. Вот, им все нравилось. И программу стараемся менять периодически. Понятно, что треки все одни и те же там, да. Кстати, в новый тур мы же повезем и новый. Вот этот вот сплит из трех треков по-любому будет, да, звучать. И плюс у нас еще заготовочка есть одна хорошая на, как сказать, на фольклорный трек. Вот. Такой к месту, так скажем, в местах Ростова-на-Дону, Краснодара и туда дальше. Да. То есть оставь интригу, Дим. Да, ну, в общем, все, да. Ну, будет что-то интересное, будем готовиться, как раз месяц у нас есть.
будем делать. Кто занимается у вас тур-менеджментом? Кто определяет маршруты? Кто, когда вы будете останавливаться? Кто следит за звуком у вас во время вашего тура? Как это происходит? Давай напугаем сейчас ребят, которые хотят отправиться в тур. Нет, конечно. На самом деле, вот кому что не падло делать, тот то и делает. Если Дима у нас больше времени проводит за рулем, он и машину будет ковырять в итоге больше всего для тура. Если тур-менеджер у нас есть отдельный, Андрюха нам помогает. Торок. Он разбирается с маршрутом первоначально. Никите Барабанщику нашему нравится руку на пульсе держать. Тех мест, где мы будем ночевать, он бронирует, разбирается с отелями и так далее, какими-то такими вещами. И вот так в целом по мелочам. Ну, то же самое, как и с музыкой. Да. Каждый делает свою работу. Как-то мы уже за столько лет, пока играем, с 2018, а то и раньше, там, когда мы начали. Так как-то вот у нас пошло, мы сейчас, как знаешь, муж с женой притерлись, и все стали понимать, кто что делает. У каждого свои обязанности появились, и он в той или иной мере их выполняет. Если кто-то не может, то мы решаем их коллективно и делегируем как-то друг на друга, и все равно это делается. Когда все заинтересованы, тогда всегда найдется тот, кому не впадло, да. А если у тебя такая группа из разряда, я один тут всех тащу, остальные типа лишь бы пиво попить, ну это сложно, это неправильно. Поэтому у нас вот так. То есть все прекрасно понимают, что это тяжелый труд. Даже просто посты делать ВКонтакте – это адский труд, да. Или Инстаграме. Это как бы казалось, да что там делать там, один пост, а ты попробуй 2 года делай это, 3, да и тебе крыша поедет, ты в момент какой-то психанешь или болт забьешь и вообще плюнешь. Почему у нас у многих русских команд до сих, ну, нету ничего, нету, ты заходишь в группу, ощущение, что там труп повесился, потому что информации никакой нет, там, дай бог, у них концерт раз в год, они его анонсируют репостом. И даже не подогревая того, чтобы люди подтянулись, и все. То есть репост делают, да, какой-то организатор делает основную обложку, они репостят, и все на этом. И потом ты там листаешь, еще где-то 5 лет назад что-то, какой-то движ был, они альбом выпустили, тут что-то их интересовало. Ну, короче, вот. И все на этом, как бы, костер погас, и на углях там что-то тлеет, но неинтересно. У меня недавно видос выходил, «Продвигай музыку правильно» назывался. Но я там не давал каких-то практических советов по продвижению, что я не знаю, как стать популярным. Но те тейки, которые я говорил по поводу наполнения контентом пабликов своих регулярным, по поводу каких-то там интервью и прочего, ты сейчас просто, вот знаешь, вот мои слова повторил. Прям один в один практически. Просто это логично. Это я просто исхожу из себя, из того, что вижу. И, ну, это не видит только либо дурак, либо человек, который не хочет этого видеть. Ну, вот, поэтому наше мнение сходится во многом, потому что мы, нам всем это интересно, нам всем это очень важно. И поэтому так происходит. Ну, знаешь, я могу тебе сказать, что было очень много комментариев по типу, а зачем продвигать, а зачем раскручиваться, а творчество должно быть ради творчества. А вот это вот наше любимое, что мы проплаченные там. Ну, мы же тоже, некоторые русские люди считают, что мы там, у нас миллиарды, и мы вкинули деньги в YouTube, и поэтому мы такие на хайпе, а музло у нас на самом деле говно. Ну, вот это вот ржака вся. Мы ж ничего не делаем. Мы просто хотели, и нам повезло. И дальше мы просто не кладем на все это большой баян, а пытаемся как-то, понимаешь, и причем, что мы не вкладываем деньги, там, не делаем ничего, мы просто хотим поддержать этот огонек и как-то его держим, чтобы он не потух. Он сейчас там и не на самом верху, но и не на самом низу. Поэтому и нас слышат, и нас помнят, и нас видят, и нас ждут. И слава Богу, и мы всем благодарны. Всегда найдется 100% людей, которые будут тебя ненавидеть. Мы как бы, ну, мы ровно к ним. Мы знаем, что большая часть населения всегда за нас и всегда хотят нас слышать и видеть. Я не знаю, чего это стоило нам, возможно. А возможно, даже если и не знаю, они это чувствуют, потому что музыку нашу надо чувствовать в первую очередь. А если большой отклик, значит, ее многие чувствуют, ее понимают и воспринимают. И в общем, можно перечислять его. По поводу новых полноформатников. Я так понимаю, что сейчас будет EP-шечка новая у вас выходить в скором времени? Ну, это сплит. Это сплит. Это, ага. Да, в принципе, будет полноценный
Ну, альбом, наверное, назову из 6 треков, то есть 3 трека наших, 3 трека Игнис. 5, Игнис 2. А, Игнис 2, да? Ну, в любом случае, там тайминг будет как бы адекватный. То есть да. Это все, мы хотели бы, конечно, это все на винил. Одна сторона наша, одна сторона Игнис, да? Возможно, кассеты какие-то. Но сейчас в связи с тем, что в Европе все сложно, а делать у нас в стране и негде, а если есть где-то, сами знаете, это космос денег, ты с ними не договоришься никогда. Поэтому как бы как будет, что будет, но в цифровом формате мы выложим. Единственная, конечно, просьба к отечественным, так как все видео будут смотреть наши соотечественники, если есть возможность нас поддержать, закинуть нам лаве, там, либо поддержать мерчом, неважно, делайте, потому что у нас связаны руки, Bandcamp больше не сотрудничает с PayPal. Ну, точнее, PayPal ушел из страны, вы все прекрасно это знаете. И все, что мы сейчас продаем на Bandcamp, эти деньги вообще непонятно где. То есть люди покупают альбомы, платят там то по 10 баксов, то по 4 бакса. И эти деньги, вот мы как сняли последний раз там в марте месяце или когда, и все, счета нет, переводить эти деньги некуда. Куда-то эти деньги уходят, приходят. Я на Bandcamp кучу раз писал, ребята, ну вы хоть что-то с этим сделайте, потому что, ну, все-таки... Мы деньги куда-то вкладываем, но эти деньги куда-то уходят, а куда уходят, непонятно. То есть, ну, в общем, на что не ответили, но извините, такой вот проблему, ну, понятно, во всем мире сейчас. И мы ничего с этим поделать не можем. И мы получаемся в такой патовой ситуации, что у нас вот, что были деньги, мы их сейчас, в принципе, довкинули, записали вот это все дело, и дальше будем поддерживать только туром. А расходы все-таки увеличиваются. Плюс мы хотим поменять сценические образы. Ну, у нас планов много. И денег надо много. И свои деньги тратить на это все у нас, ну, не то, что нет желания, а у нас их просто этих денег нет. Потому что даже элементарно купить какие-то вот мы новые дым-машины купили, две вверх стрелялки, да, они тоже стоят денег. Там сколько там нам вышло? 24 тысячи или 30, но неважно. Но их просто... откуда ты не достанешь, и поэтому, когда мы выложим альбом, ну, если будет у кого-то желание, если кому-то действительно это понравится, просто можете спросить у нас в группе, там, куда-нибудь перевести эти деньги, там, элементарные 100 рублей, и мы будем очень благодарны, потому что из этих 100 рублей и переведенных, там, 1000 человек, мы уже можем купить себе, там, на новый альбом штаны или заказать хотя бы тот же самый принт, да, кто нам будет рисовать обложку и дизайнерить и так далее. То есть, ну, сами понимаете, расходы музыкантов, они космические. И как я уже раньше говорил, что музыка это не для бедных. Вот, это реально не для бедных. Поэтому, если есть такая возможность, я вот не побираюсь, конечно, но тем не менее прошу. Что скорее, если... скорее отобьем износителями. Больше мерча, больше дисков. Берите физическое. Ну, неважно, потому что мы сейчас то, что выложим, оно будет все равно бесплатное. Там даже для европейцев на Bandcamp, скорее всего, я напишу текст о том, что, ребят, ну вот вы слушайте, берите, и все это бесплатно. Потому что все равно, что они покупают это все дело, эти деньги, я не знаю, куда уйдут. А когда этот PayPal вернется, и когда он вернется, не факт, что эти деньги вернутся тоже. То есть до сих пор, что люди платят. Я вот, ну, этой политики не особо понимаю. Вот. Если кто-то шарит, то можете под этим видосом написать всю ситуацию. Может, я просто пожарю, и эти деньги когда-то придут на какой-то счет там мне. Но я так думаю, что маловероятно. Поэтому мы выложим, попросим, что если люди хотят поддержать, что либо покупали мерч, ну, и в большей степени, да, и... как-то так, потому что все будет бесплатно для людей, а для нас это минус. Ну, то есть мы вложились и ни черта не увидим с этого. Лучшая поддержка – прийти на концерт в туре, взять футболку и с нами потусить. Вот, да. Вот поддержка, да. Вот я понимаю. Забухать. Это, ну, забухать у нас, может, не получится, но сам, чтоб забухал, а мы его поддержали. По поводу сценического образа, насколько он важен, как вы считаете? Очень важен. Мы уже отвечали на этот вопрос. Ну, для нас. Я считаю, что винтовка – это праздник, как говорили классики, как и концерт. Приходит человек кайфануть, ну, надо дать ему кайфануть, надо, чтобы он как на шоу приходил. Придешь ты в театр, за что, вот, например, я не люблю современный театр? За то, что удешевляют декорации и костюмы, делают современные интерпретации классических произведений. Я смотреть это не могу, мне больно это видеть.
Я понимаю, что там очень талантливые люди играют, и режиссеры делают талантливые спектакли, и приходи, и наверняка найдешь там что-то. Но я хочу, так как я такой, не знаешь, не сильный театрал, впервые посмотреть именно в классическом это все видео. Чтобы костюм был, чтобы празднично все было, интересно, красиво. То же самое и на сцене. Можно в футболке в одной два раза ни на сцену не выйти, грубо говоря, в одной футболке выступать. Кому-то это достаточно, может быть. Я считаю, нет. Я считаю, надо. Короче, подытожим. Мы хотим делать шоу, мы хотим Рамштайн. И если когда-нибудь у нас это получится, мы выйдем на этот уровень, и мы будем это делать. Все, остальное нас не интересует. Это как Кенни Волкорбс говорили, что если бы нам дали возможность вынести на сцену морг, весь все, что лежит в морге, мы бы вынесли. Но, к сожалению, нельзя. То есть ребята адекватно понимают, что, блин, это шоу, это движуха, это эмоции. То есть ты приходишь на концерт Кенни Волкорбс, а тебя закидывают кишками с гроба. Ну, как вот это можно забыть, потом из памяти вычеркнуть? Никак. Как Slayer обливаются кровью, раньше обливались кровью. Это же эмоции на всю дорогу. То есть ты запоминаешь только это. А что там, как там уже музыка, дело третье. Если ты залетный, там, допустим, значит, у тебя подруга пригласила, и ты такой, ладно, пойдем. И потом такой, так все, ты сразу становишься фанатом от визуала. Ты просто думаешь, да нифига, как круто. Только послушаю, потом еще послушал, понравилось, и все. И ты, это же круто. Эмоции выплескиваешь. Ну что, я думаю, на этом будем заканчивать. Какие-то пожелания зрителям, которые смотрели, досмотрели до конца это видео? Что, стандартные пожелания – это ходить на концерты, ходить неважно на какие концерты, а просто на них ходить, даже если там играет лютое говно, понятно. Просто ходить для того, чтобы тусоваться, для того, чтобы искать себе подобных людей и вместе находить что-то новое, интересное и получать от этого удовольствие. Вот. Потому что социальная жизнь, она скучная, а вот эта жизнь, она веселая, я считаю. Раскрывает больше границ. В общем, и сидеть дома и ждать какую-то там топовую американскую команду или европейскую, неважно, и говорить, что все остальное, все говно. Надо от этого отходить, надо просто ходить. Просто ходить, и все. Бывает, ты придешь расстроенный и думаешь, блин, сейчас говно какое-то будет играть, ты хотя бы пиво попьё, потом хопа, а что-то пошло не так, и тебе понравилось, и ты уходишь с отличным настроением. А как бы ты провел вечер по-другому? Да никак, блядь, сидел бы перед телеком, нихера бы не делал. Вот и все, или перед компом. Поэтому двигайтесь. Есть возможность, всегда надо куда-то двигаться, всегда надо куда-то ходить и оккультуриваться. Читайте книги, господа. Значит, вот у этих ребят, Blazing Rust, это питерская банда, играющая хэви-метал, олдскульный, вышел альбом буквально недавно, там, может, неделю назад. Очень крутой, я очень рекомендую всем послушать, всем любителям металла, потому что это очень круто. И первый альбом заодно послушайте, и вот этот второй, это очень круто. И также еще хотелось что заметить, Глуш, так как отправляется в тур, я так понимаю, я посмотрел, точных дат не знаю, не скажу, просто мельком увидел, и их будет в Санкт-Петербурге разогревать группа «Искра», то есть это тоже наши кореша северо-западные играют, они тоже блэц, ближе к тру такому, да, но с нотками тоже хождения, как мне кажется, к современному, но это уже у кого как уши слышат. И, в общем, тоже рекомендую этот концерт посетить, потому что это будет разнос, там, во-первых, Глуш, а во-вторых, и ребята тоже очень хорошо делают. Вот такая небольшая рекламка, поэтому давайте подтягивайтесь. Топим за своих. Да, топим за своих. Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо, что были. Удачи вам в творчестве. Я буду следить за вами обязательно и обязательно буду все ваши мероприятия освещать. Вы только мне напоминайте, обязательно пишите. Я буду во всех своих пабликах, всех ресурсах ваши мероприятия репостить. На этом все. Пока.